Это вот самая дикая у меня молодая. Угу. Тихо, тихо. Ну, это ту, которую мы как раз высаживали первый год. Да? В смысле? А вот на вызаривание. Да, первогодка. Beep, 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 beep.
сразу. Привет, ребят. Это весна, это охота на селезня с подсадными утками, с теми самыми подсадными семеновской породой, о которой Сергей, профессиональный заводчик, председатель нашего охотколлектива, охотник, просто профи своего дела, подробнейшим образом рассказал в материалах, которые мы снимали еще в марте на вызаривании. Ребят, кто не смотрел, особенно те, кто вот только начинают охотиться с подсадными утками, обязательно к просмотру, ссылочка в описании, там материалы просто отличные получились, объемные. В общем, что хочу сказать по этой охоте, вот, значит, их три вообще на самом деле было. Здесь погода вносит свои коррективы, природа. На этот раз мы примерно в тех же числах приехали на Заимку, и это конец апреля, а озеро еще стоит все во льду. Ну, это уже такой лед, конечно, по которому ходить нельзя. Дня три, наверное, он будет сходить, поэтому скоротки стоят вот в таком густом подросте. Ракитник, березняк, осинник. И там, где есть какие-то протоки, речечки такие, сюда же подсадные и высаживаются. А там все-таки у берега лужа такая. Потом пройдемся, я вам покажу эту лужу. И вот они там то туда сядут, то перелетят, там еще одна лужа. И вот эта игра, я говорю, продолжалась где-то около часа. Серега-то там сидит где-то метров, наверное, ну, в 120, может, от меня. И он уже добыл, и добыл, наверное, часа два назад, ребят. А этот, он один сперва, то коллега вот туда, но не заходил вот на эту заводинку, то сюда ближе, потом еще два. Они, я уже по рации связался, Сергей говорит, они к нему тоже пытались сесть, потом сюда перелетели. Подсадные, то призывы, прям бешеные осадки призывы, то замолкают, только селезни живут. И вот это вот действие все продолжалось. Это просто, ну, потрясающе посмотреть. Одно удовольствие получаешь. В результате они оба просто, как я понял, с той лужи по суше просто перешли сюда, на эту речушку, на закуток. И так это смотрю, движение. Все ближе к подсадной. Вопросы задаете, что чем стреляю. Дробь пятерка. Контейнер. СКМ завод. Заводские патроны. Здесь вот нюанс такой, что вот из-за этого подроста надо прямо четко выцелить эти ветки. Он еще, я говорю, он еще жвякает, вот там вот сидит. Часика посидим, ребят, но уже с полем, я уже открылся здесь по селезню и компенсировал неудачную охоту нас с ребятами на юге. Аж мне показалось, это чайки, что ли. Ну, сейчас будем, наверное, уже складываться на этот раз. В общем, я открылся и будем дальше продолжать охоту, буду вам показывать потихоньку. Ну, моя работает. И никогда порожняком не будет, только если где-то они чувствуют, где-то чувствуют птицы, где-то самец где-то летает или где-то сел, вот только тогда они. Ну и тут удобно, тут их доставать, конечно, очень удобно. Wait.
Ну, ребят, разве не красавцы? Вот это открытие. С полем, друзья. Такие вот два жирненьких весенних. Будем собираться. Охота только началась здесь. Вообще. Thank you.
Ну вот красота, да. Одна сидит, там что-то щиплет, кушает. Вторая уточка занимается своими делами. Марафет наводит, чистится, купается. Вот так вот начинается, ребята, эта вечерка. На этот раз на такой луже. Вот, то есть, ну она граничит здесь близко. Грейдер идет. В принципе, они машин-то не боятся, автомобилей. Место интересное, оно вот закрыто с одной стороны с берега ракитником, где, собственно, и организован скрадок. По сравнению вот с озером, где два селезня мной были добыты, ну вот сейчас что-то капает. Да, тут вот погода, конечно, преподносит сюрпризы, край такой интересный. Вот сейчас прошел такое рваное, идет погода рваная. Фронт прошел, ну он такой, полчаса прям накрыло снегом, да и сейчас вот тут какие-то откуда это капает. С запада дует, нагоняет вот это вот. Снег прям пошел, снег с дождем. Сейчас вот мелоча такие капают. Но это нормально, ничего, мы охотники. Нам это все мелочи жизни. Природа. И, в общем-то, здесь, по сравнению с озером, более открыто вверх. Поэтому, если, конечно, они будут вот тут вот кружить, то, вероятнее всего, будет срисовывать. Но намордник оденем. Да и нормально. Не, ну откуда же это капает-то? Вот я понять не могу. Наверху, в принципе, вообще легкие облачка, небо синее, солнышко. Ну, вот так вот. Да ладно, с этой погодой. Конечно, природа, да, здесь вот интересно. Тут и бобры есть, я вот как погляжу. Вот сейчас вот даже тепло, я бы сказал, ну, наверное, где-то плюс 5. А так вообще похолодало резко, и ночью вообще заморозки до минус 3, вот примерно, учитывая влажность, все, то есть прям на все там минус 5, минус 6. Поэтому я, как обычно, вот в бушлате своем сижу, который давным-давно еще с армии взял, вот. Он мне теперь очень спасает. Но от снега, дождя я укрываюсь плащ-палаткой двойного назначения. Видите, как с одной стороны я себе здесь загородил, а с другой стороны вот сейчас пойдет что-нибудь, я ее просто обернусь, и все нормально. Ну, такие дела, ребят. Так что сегодня я с двумя подсадными Серегиными, замечательными утками рабочими. Серега говорит, а что ты одну, говорит, берешь? Возьми сразу две. Олег уехал, все, он отохотился прекрасно. Вот так вот, в общем. Олежка, привет, если смотришь, дорогой. Спасибо тебе, что баловал нас геркулесовыми кашами по утрам. Да и вообще за помощь, за подмогу. Это настоящая охотничья этика, братство. Спасибо, дружище. Увидимся еще не раз. Вот. Так что, ребята, мы вдвоем сейчас пока с Серегой. Но он как раз сегодня на озеро пойдет, там еще стоит лед, хотя местами уже так оттаяло, и прям вода вдоль береговой линии там отошла, то есть лед отошел, уже есть вода, можно и там скрадки выставлять, охотиться. А я вот решил на вечерку провести вот здесь, вот на такой вот этой луже. Ну, что интересно, здесь вот есть такие, в общем-то, кусты-заросли, где, в принципе, они любят садиться. Сейчас еще, конечно, рановато для подсадки, потому что время, я подозреваю, часов 6 всего. Опять же, я без часов, ребят. Все как обычно. Так что где-то начнется все. А учитывая, что темнеет уже позже значительно, это уже фактически начало мая, поэтому подозреваю я, что если полетят и будут как-то хотеть сюда присесть к двум подсадным, да, то это случится уже значительно позже, часа через 2. В общем-то, ребят, пока отдыхаем, я просто слушаю природу, птиц, потому что тут рядом лес,
тайга начинается, границы тайги уходят, и там дальше уходит в здоровенное болото, откуда я периодически там слышу гусь. Возможно, там и сидит гусь. Но сейчас туда долезть практически невозможно. Все в распутице, гуляет. Там же и глухари водятся, и тетерева. Бормотание периодически слышу, но так как вот эта погода, они не любят, когда вот это вот все в таком виде рваное. А ветер-то наверху, будь здоров, я смотрю, ребят, прям там облака несутся. Нижний слой вот этих облаков прям. Ну, в общем, посмотрим, что нам эта вечерка принесет. Ничего, опять же, не загадываю, потому что, когда вот так вот похолодало, активность птицы значительно снизилась. В том числе, кстати, и тяга вальшнапа. То есть тянуть он стал хуже. По выстрелам слышно, даже мужики практически не стреляют. Где-то там 1, 2, 3 выстрела. Ну, то есть погода дала себе знать. И все-таки в такие как бы утренние заморозки вот эта активность весенняя у кряков спадает. Поэтому посмотрим, что получится. Но утки очень рабочие, подсадные эти. Поэтому, ну, хоть надеюсь, может, какой-то селезнек затерявшийся к ним да и подсядет. Ни пуха, ни пера, ребят. Сижу, сейчас буду чай пить, наслаждаюсь природой. Воздух свежий. Пряные такие ароматы с полей, прелой травы. Хвои с тайги тянет. Много птичек всяких разных. То есть уже вот почки везде, да, вот прям такая весна начинается. Где-то травка свежая. Ну, красота. Ну, о, красавец. Вот так вот. Что, ребят,
Думал, что и не подсядет селезнёк. А вот, когда Серёга рассказывал о своих подсадных, он недаром сказал, что это порода вот семёновская темнозорная. Вот вам и темнозорь. Практически вырви глаз, а они сработали чётко. Буквально, ну, естественно, уже камеры там ничего я не снимал. Я вообще начал собираться, в принципе. То есть собрал уже шмурдяк, практически, ну, всю технику съемочную сложил, штатив, все убрал, рюкзак застегнул. Думал уже уток идти доставать. Ружье пока оставил, и, слава богу, было заряжено. И вот он прям садится, он сел метрах в 20, а я еще так, я в скратке находился, я просто медленно встал из скратка. Он здесь без бойниц, поэтому надо вставать, чтобы выстрелить. Ну и, собственно, я стоял просто и ждал, пока ничего по воде не видно. Это тени, просто тени одни, отблески. Пока он, ну, максимально не сравняется с уточками. Ну, хотя бы метров 5. И выхватил глазами, в принципе, и сделал выстрел. Вот так это и было, ребят. И в итоге вот что у нас сегодня за трофей. Ну, красавец, вот такой красавчик селезень добыт здесь, вот на этой луже. Такая вот она вечерка сегодня выдалась, к сожалению. Красивого, красивых кадров, как он там подсаживается, уже было не снять, ребят. В общем, с полем. Желаю и вам того же. Собираюсь, складываюсь, достаю уточек и восвояси до завтрашней утрянки в минус 3 градуса. Посмотрим, но утки очень вялые. То есть вот прям погода, природа четко работает в плане снижения активности. Каким он чудом подсел, они фактически молчали. Ну, значит, они здесь, они чувствуют друг друга. Просто, я говорю, нету вот как бы в такие заморозки нету тенденции к спариванию. Но, тем не менее, трофей есть сегодняшний. Так что с полем и ни пуха, ни пера завтра.
селезень жвякает. Слышите, сидит? Доброе утречко. Доброе морозное утречко. Слышали, да? Жвякает селезень. Призывы кряквы под собой. Утки. Сегодня у нас с вами эксперимент, ребят. Вот там, за скратком в корзине, сидит селекционный селезень. Результат. Это селезень той же семеновской породы. Породистый самец. В качестве эксперимента Серега рассказывал, пояснил тоже. Так охотится и довольно эффективно. Посадил селезня прям, ну то есть я его забрал с собой. В корзине он сейчас сидит, он за скратком, и две подсадных. Ну, одна она по факту, по конкретике всегда, вот она сейчас молчит, она там своими делами занимается. А это прям с ним периодически переговаривается и таким образом дает знак окружению, что она здесь. Потому что когда двух подсадных высаживаешь, не всегда они начинают работать, то есть они успокаиваются и могут молчать. А здесь он их заводит. Так мало того, дикий селезень, он же тоже срисует это жвяканье, и по идее это соперничество. То есть, ну посмотрим, что из этого получится, потому что подморозило хорошо так капитально с утра. Минус 5. Сейчас, ну, ехал пока сюда до места, шел, ну, где-то минус 3. Бормочет тетерева там на полях где-то, даже чуфыка не идет. Вот эта погода прекрасная для тока тетеревиного. Спокойно, ветра нет, солнечно и мороз. Но для водоплавающей мороз это не очень хорошо. Маленько я припозднился и уже так довольно светло, пока там возился сутками со скратком, там переодевался с техникой съемочной. Все, чтобы это вам показать. Ну вот уже рассвело так прилично, я думаю, время к 5 утра. На воде такой ледец появился, наледь. Здесь у бережка прям сапогами разбил, там чуть не подскользнулся, чуть не рухнул на этот камень. Слава богу, камень под рукой оказался, сейчас бы сидел бы мокрый. А там дальше вот этот вот заводина такая, там прям лед стоит, но он такой тонкий. Открытая эта вода есть, присесть есть куда, птица. Ну, посмотрим, что из этого эксперимента сегодня на утрянке получится. Пока возился здесь, уток высаживал, где-то вот с того края поднялась кряква. Не знаю, там селезнем вместе или я не видел, поднялась с кряканьем, ушла, и здесь пока тишина. Вот посмотрим, я так понимаю, у них периодически вот это вот и будет переговоры.
Вот, вот он там. О. Ну, ребята, есть селезнёк, подсел он вот на открытую туда, вот за подсадными, сколько там метров, метров 35, не меньше, если не 40. Я еще боялся, что он далеко там останется, а потом мне пришлось бы как-то на лодке там это оплывать, все это дело. Ну, лед такой, в принципе, это не такой твердый лед, это наледь, я пробил бы, но и так получилось, что это самое, я стрелял, и я смотрю, и нет его, занырнул, вроде начал доходить, выныривает, а голова-то сверху, когда голову опускают, все, а голова-то сверху, не начал оплывать за кусты. За такой густой вот этот ракитник. Я его там вторым выстрелом добрал, в общем. И вот он там лежит. Теперь дилемма потом.
Ну, пусть лежит, пока охота продолжается. Дилемма, как его доставать там оттуда. Далековато он от берега, и там заросли такие. Вариант одевать этот химзащиту, костюм, лезть туда. И бодолиной какой-нибудь его. Ну, посмотрим, ладно. Охота продолжается. Время 7 утра. Вот сейчас вот рассвело так уже все. И солнышко тепло свое дает. С утра все в наледи, в инии. Хрустит аж трава. Прихватило хорошо. Ну, один уже есть хорошо. Да если даже вообще один. Потому что погода такая, что... Они сейчас очень крайне мало активны. И все-таки вот эта связка с селезнем в корзине и двумя подсадными, она работает. Ну вот одна из них молчит вообще. Она ни разу голоса не подала. А вот чубарая работает прекрасно. Она переговаривается с селезнем. Все нормально. Иногда паузы такие. Ну, в общем, дала она о себе знать. Я так подозреваю, он тут пролетал, этот селезень. Они ему дали какое-то там приветствие. И потом где-то час его просто не было. Ну, он где-то, может, присел туда, там есть лужа ближе к лесу. Такое закрытое там место прям. Они там концентрируются. В общем, вот такая охота сейчас. Ну, просто вообще, ребят, просто красота. Вот, ребята, сейчас покажу, где он добран был. Вот тут такая узкая, как бы проход есть, и то, в общем-то, через кусты. Вон он лежит пузом кверху. О, ну как здесь? Только на лодке. Поэтому сейчас надуваемся и плывем добирать. Благо, что не совсем там в какой-то этот вот эту чеплыгу всю лег, а рядышком. Ну, подплыть можно будет аккуратненько, да забрать. Ничего страшного. Просто время побольше потратим. Хотя теперь до вечерки на Вальшнапа у нас времени с вами навалом. Надо, конечно, собираться будет. Завтра я отчаливаю. В принципе, закрылся я здесь. Ну, сейчас еще расскажу. Эмоции свои, впечатления. Пойдемте забирать трофей. Подберемся. Да. Можно было бы, конечно, и уток с воды забрать. Ну, ладно. Я зимние сапоги вот одел. А так вот, когда высаживаю, передеваю эти болотники. Вот, да там достаточно там воды по колено. И уже с болотниками высаживаю. А потом обратно передеваю, чтобы нога не мерзла. У меня нету валенка там этого. Поэтому, может быть, тут и не так глубоко, но, как говорится, не знаешь броду, не лезь в воду. Вот это меня коряга смущает. Мы ее сейчас аккуратненько обойдем. Что это она здесь у нас? Она... Нет. Так, сейчас заход надо продумать. Наверное, вот так вот. Боком. Вот он, красавец. Но я ему, конечно, тут шею-то выебил. О, да. Прям, ну, ребят, конечно, раздербанил я ему шею. Вот так вот я добирал, ну, что поделать. Все равно голова отрезается. Ну, ничего страшного. Главное, что не подранок, ничего. Вот, трофей, пожалуйста. Практически с отстреленной головой. Ну, что поделать. Голову мы не едим в любом случае. А вот в шулюме или копченой... Он будет очень кстати. Так, разворачиваемся и плывем обратно. Вот он начал уходить в эти кусты. Пришлось из кротка выбежать. Всегда так надо делать, чтобы он никуда вот еще вот в такие, в глухие бы не залез. Ну и от берега он начал отплывать. Я уже не стал там ждать, пока он совсем куда-нибудь отплывет. Постарался уж по голове стрельнуть. А дробь-то контейнерная. Пятерка, контейнер. Ну, результат.
еще надо вот эту мешковину снять. Ну, он здесь, вода-то вот здесь аж была, вот. А теперь-то и такой густой подрост, поэтому сейчас снимаем вот этот скрадок. И, в принципе, все. Хочу вам показать Диогена. Мы его Диогеном прозвали, потому что он у нас сидит в бочке, там, на заимке. Только надо очень аккуратно, потому что он такой, рвется в бой. Вот он там. О, смотрите. Породистый, потомственный селезень. Семеновский. Да, 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 красавец. Да, дружище, молодец. Вот. Ну, вот сейчас вот двух подсадных мы туда к нему уже прям добавим. И, в принципе, ничего там не произойдет у них. Вот, то есть момент спаривания маловероятен, ребят, потому что там тесновато им для этого, во-первых. Во-вторых, как бы условия сейчас в машине, это тряска. Но это они нормально переносят. Вот, а здесь мой вот такой вот быт. Ружье, чайничек, стульчик, термос, то есть сеточку вот сзади натянул, так тоже. Сейчас все это буду сворачивать. Да, 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 да. Ну, красота прям, молодец. Молодцы вы, девчонки. Ну, и вот то, что я говорил. Вот у меня эти вот обычные по пояс эти болотники. Вот я их одеваю, чтобы достать уток. А потом передеваю вот эти вот зимние йети. Прощаюсь я с этими местами сегодня. Еще сходим на Вальшнапа, посмотрим, как тяга. Ну, я думаю, что она будет не такая тоже активная. Ну, посмотрим, не загадываем. Прекрасно отохотился я с подсадными утками. Массу удовольствия, ребят, от такой охоты. Даже одним выстрелом двух взял в самом начале. Вот, красота просто. И получаешь удовольствие от охоты. И в то же время с трофеем уезжаешь домой. Приготовить шулюм, закоптить. Просто самое милое дело. Они жирненькие, весенние. В общем, закрылся я по водоплавающей этой весной. И увидимся с вами уже, ну, теперь еще на Вальшнапе, да. Вот. А потом у нас лето впереди. Летом я материалов много подготовил на несколько другие тематики. Не охотничьи, но около того. Так что, ребят, большущей вам удачи. Ни пуха, ни пера, кто еще охотится. А может, кто-то даже еще там на севере только открылся. Ну, а всем добывшим трофеи желанные с полем. Так что не прощаемся. Увидимся, ребят. Всем пока.